Здравствуйте, дорогие друзья, я очень рада вас видеть. Мы поговорим с вами о серьезных вещах. На мой взгляд, зарабатывать на блоге – это нормально. Я бы хотела, чтобы все мы здесь с вами сошлись к этому мнению. Блогер ли я? Не знаю. Это, наверное, философский вопрос. Мы приглашаем коллег, гостей, которые успешны. У меня самый большой гонорар был 160 тысяч за час за лекцию. Этот контент супер нужен врачам. Свет поставили, звук на вас повесили. Паузы. Интонации. Эффективно, быстро и недорого. Mm-hmm. Будем коротко, ясно и быстро рассказывать о своем опыте взаимодействия врачей и СМИ. Пресс-служба – это скорее зло, чем благо. И для СМИ, и для врачей. Представляем победителя первого раунда под номером... Я вам желаю хорошего дня, без стресса и выгорания. Большое спасибо.